хорошие ручки пристраивается кошечка по кличке Соня, которая по натуре вовсе не сплюшка. Кошечка стерилизована, привита. Ищем самых хороших, настоящих и верных хозяев. Соне около 2 лет. Днем игриво, ночью не беспокоит. Чисто, плотно и аккуратно. Кушает как сухой корм, так и натуралку. Приезжайте, знакомьтесь, либо привезем в любой уголок нашей республики, только в очень надежные, ответственные ручки. Знакомьтесь, это Мишка, она же Мишель, она же Мимими. Ей около 2 лет, ростом чуть выше колена, стройная и изящная, как лань. Здорово, стерилизована, приучена к выгулу, очень нежная и скромная, послушная и ласковая, очень забавная. Прекрасно ладит с собаками, кошками и детьми. Пристраивается в квартиру или дом с теплым вольером. Но не на цепь. Это Краса. Ей 6 месяцев. На данный момент она находится у нас на передержке. Очень срочно нужно пристроиться вот этой миниатюрной девочке. Лучше всего будет определить ее в частный дом с вольером или в квартиру. Стерилизацию ей оплатят. Она очень активная, поэтому хочется, чтобы у новых хозяев был большой жилой дом, чтобы она могла спокойно резвиться в нем. Девочка очень игривая, добрая, любит детей, хорошо поддается обучению. Она очень умная и умеет выполнять некоторые команды. Да, ну, молодец. Хотим познакомить вас с Эриком, песиком, которого зимой привязали к прицепу в Ждановичах и оставили один на один с холодом. Благодаря неравнодушным людям парень выжил. Сейчас этот бородатик ищет дом, семью и преданного друга. Обратите на него внимание, а также на его бездомных друзей, на 8-месячного Бима и 3-месячного Грома. Им тоже очень нужен дом. В следующий раз мы вновь познакомим вас с питомцами, которым очень нужны вы.